Посвящается Люку. Кинокомпания «Гамон» представляет. Совместное производство «Радарфильм», «Эпитетфильм», «МС-фильм», «Рональп-синема». При участии ОСС, МСИС, Дубль-Ванев. При поддержке региона Рона-Альпы и Национального центра кино и анимации. И Себастьян. В ролях: Феликс Босюэ, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Юрбен Канселье, Андреас Пичман. Видел, какой след? А? Но это не волк. Это тот зверь. Мы его выследим. За неделю 3 овцы, это уже слишком. Подонки. Подстрелили самку, да еще в разгар лета. Малыш погибнет там один. Спустишься вниз, ладно? Как будешь на уступе, крикни мне. Ослаблю веревку. Получается? Вроде бы да. Как посадишь его в рюкзак, дерни за веревку, я тебя подниму. Авторы сценария: Джульет Сейлс, Фабиен Суарес, Николя Ванье.
по мотивам сериала «Белль и Себастьян». Охотились на хищника и вернулись к козленкам. Композитор Арман Амар. Оператор Эрик Гишар. Монтаж Рафаэль Уртен, Стефани Педелак. Съемка животных Лоран Шарбанье. Продюсеры Сидони Дюма, Клеман Мизерес, Матье Вартер, Фредерик Брион, Жиль Легран. Режиссер Николя Ванье. Сейчас познакомим их. Пускай сначала обнюхает. Вот так. Тихонько, тихонько. Да, вот так. Все хорошо, хорошо. Подсунь его поближе к вымени, только осторожно. Может, начнет сосать. Вот так, хорошо. Все хорошо. Что ж, неплохо. Но радоваться слишком рано. Ведь на все нужно время. Оставим их в покое. А я займусь коровами. Пока рыскает зверюга, надо быть начеку. Вечером приду к вам в дом. Беги помогать Анжелине. Но только через Гонтьер. Напрямик. Нигде не сворачивай. Угу. Все, лети. Привет, Сезар. Черт, надо промыть рану. Та зверюга набросилась. Жаль, что ружье не взял. Ты и в слона промажешь. Кто же стреляет в косуль посреди лета? Сезар, прошу, не начинай. Ну как? Вы же видели, что самка с малышом. Или ослепли, а? Сейчас, правда, не время. Помоги нам. Надо избавиться от зверюги. На Анданском хребте есть следы. Значит, спустилась пониже. Искусала Андре возле Глантьера. Глантьера? Забирать твоего зайца. Сезар, говорит, ты зверюга.
Сезар — это мой дедушка. Только не настоящий, но что-то вроде того. Смотри, жив твой маленький дикарь. Да, цел и невредим. Кажешься растерянным. Зверюгу не видел? Она где-то рядом. Посмотри, что с Андре. Когда он научится говорить? Когда ты заткнешься. Ладно, пора идти. Все за мной. Ты чего стоял как пень? Ничего. Ничего? Что ж, они проводят тебя прямо до деревни. Все, иди. А Сезар-то практически трезвый. Взгляни на него часа через три. Он пьет не больше вашего. Зато никогда не убивает маму-косулю. Ой, да кем ты себя возомнил, сопляк? А я знаю, почему она тебя укусила. Да потому что ты воняешь, как козел. Чего? А ну, повтори. Правильно он говорит. От тебя несет козлом. Идем дальше. Да, надо идти. Солнце спряталось. Ступай осторожно. Сен-Мартен, июль 1943 год. Добре, спрячь оружие. Предупрежу Анжелину. Шевелитесь, парни. Надо предупредить Гийома. Он возвращается по тропе возле ущелья. Знаешь, где это? Скорей. Его арестуют? Не переживай за это. Просто предупреди его. Все, беги. Как дела? Здравствуйте. Начиная с этой недели, вы должны поставлять нам 30 килограммов хлеба. Приказ командования. 30 килограммов с такой маленькой пекарни? Только не надо мешать муку с отрубями, как глупый булочник из Марьяны. А где мука? Вы нам ее дадите? Приказ есть приказ. Мы же с вами воюем. Солдаты сражаются. Они грабят пекарни. До встречи. В ущелье Гран-де-Филе опасно? Но мы шли не там, а через Глантьер. Искали зверя, задирающего овец. Без ружей все как положено. Это ложь! Ведь у нас одно дело, месье мэр. Охота на вредителей. У вас в горах их очень много. Слишком много. Ночью они бегут за перевалы, как крысы. Это вы про зверюгу?
Не советую делать из меня, как это говорится, кретина. Верно? Назови мне тех, кто переправляет беженцев. Там опасно! В деревне фрицы! Это не трогай. Идем. А пули настоящие? Себастьян. Скорей. Себастьян, тихо. Двигай давай, двигай! Пошел, пошел! Вперед! Вставайте, великой славы день настал, врагам на вызов. Со старушками воюйте, лейтенант. На гранд-дефиле обнаружены следы. Ночью опять переправили партию. Партию? Чего? Я все равно их всех поймаю. И в этом случае вам лучше не оказаться поблизости. Не собирать чернику. И не следить за сроками. Вам ясно? Вполне, лейтенант. Такой маленький козленок, а Тим бы точно не выжил, я знаю. Да и вообще, без мамы в таком возрасте ему никак. Правда, Сезар? Спасибо, не надо. Пусть голова будет ясной. А мне это помогает. Давай, полезная штука. Себастьян, теперь все в порядке. Козленок нашел новую маму, и у него есть ты. Да, но все равно. Ему, наверное, очень тяжело без своей родной мамы. Скажи, Сезар, а моя мама в этот раз приедет на Рождество? Ты же говорил, что приедет. А долго добираться сюда из Америки? Откуда мне знать? Я в Америке не бывал. Не смеши, Сезар. Как это ты не бывал в Америке? Она же рядом, сразу за горами. Суп остынет, Анжелина. Анжелина. Чего? А ты будешь Гийому ухо лизать? И зачем тебе это? Сын Андре сказал, что влюбленные лижут друг другу уши. Сын Андре пусть сначала сам влюбится, а потом говорит. Спокойной ночи. Анжелина, кто-нибудь видел, как она убивает овец? Кто она? Зверюга. Сезар показывал задранных овец. Но он не видел, как она нападала. Верно. Он бы уж точно не промазал. Все, пора спать.
Поставлю еще три. Только зверюга подойдет к овцам и клац! А вдруг это не она дерет овец? Точно она, уж поверь. В Альпийской долине один пастух завел собаку стеречь стадо от волков. Жаль, только сам не любил собак. И что случилось? Неизвестно. Говорят, он ее сильно бил. Затем пес бежал и одичал. Я уверен, это точно он. Кто тебе это сказал? Андре, он знает пастуха. Я ищу Андре. Андре? Он вон там работает в лесу. А, это ты? Я ж вроде воняю. Да не стой, тут зашибет. Я хочу тебе помочь. Значит, помочь? Ну, тогда вытащи палку. Поскорее. Ты правда знаешь пастуха, который бил зверюгу? Да. За что он ее бил, знаешь? Тебе-то что? Почему он так с ней? Или она была очень злая? Не слушалась его? Злыми не рождаются. Ни люди, ни звери. Тогда почему? Почему, да почему? Скажи, почему люди воюют? Ну вот. Не почему. Он держал собаку на привязи, короче, 2 метров. Бил ее. Иногда не кормил по несколько дней. Понятно, что собака взбесилась. Нет. Такую уже не исправишь. Да уж. Эй! Я знаю, что ты тут. Чего ты прячешься? Иди сюда, скажу что-то важное. Сезар расставил много капканов вокруг овчарни. Туда ходить нельзя. Ну ты, зверюка, и зануда. Не убегай! Вернись ко мне! Аккуратнее. Вы оба такие неуклюжие. Это просто невыносимо. Простите. Спасибо. Хочу показать тебе одну штуку. Идем? Давай, идем. Смелей. За мной. Давай. Вот так. Не отставай, ладно? За мной. Молодец. Пойдем наверх. Я тебе покажу, как там красиво.
это видел? Так что держись от них подальше, они опасны. Сезар их тут всюду понаставил, ты понял? Да уж. Нюхай. Хорошенько запомни этот запах. Это важно. Глупый ты, это же капкан. Он тебя не испугается. Ладно, пора. Вдруг Сезар заявится. Понял, что это не ты убивал овец. Ты же не такой. Знаешь, зачем они здесь? Грабить все фермы в нашей округе. Даже варенье отобрали у матери Андре. Ладно, надо идти. Не туда, глупыш! Назад! Давай назад! Показалось. Красивая, да? О, нет. Ладно, идем за мной. Видишь, там вдалеке горы, на которых лежит снег. А сразу за ними Америка. Туда ушла моя мама. Анжелина не любит про это говорить. Сразу сердится. Ах, да, ты же не знаешь. Анжелина — это дочка сестры Сезара. Она умерла. Да не Анжелина, Анжелинина мама. Все кашляла, кашляла, потом раз умерла. А моя мама может приедет на Рождество. Возможно, даже с подарками. Я хочу часы. И чтобы внутри них был компас. Понять, что это был он на таком расстоянии. Да и в горах нам гулять запрещено. Нечего ребенку там делать. Я уже большой. А еще женщина была с младенцем. А их в горы точно не носят. Они еще и кучу вещей на себе тащили. Это взрослые дела. Гийом поступает так, как хочет, понял? Это что, опасно? Да нет же. Ты злишься, значит опасно. Себастьян, скажи честно, откуда взялись сосиски? Лучше не спрашивай. Вот и про Гийома тоже. Нам лучше не знать. Спасибо. На следующей неделе планируется переправа. А день известен? Вроде собирались в среду. Всего хорошего.
Что вы тут секретничаете? Я ей сказала, что вы заняты, но вроде бы дело очень срочное. Я вас оставлю. Хочу помочь тебе в среду. Я так понимаю, Селестина проболталась? Ну да. Видимо, тут все в курсе, кроме меня. Я тебя так оберегаю. Но я устала все время быть в стороне. Зато дольше проживешь. Ах, да. Чуть не забыла. Это же тайна. Никто не знает. Себастьян видел, как ты шел к перевалу. А что он делал в горах? Я ему запрещаю, но он никого не слушается. Не волнуйся. Он обещал молчать. Анжелина, но он же ребенок. Себастьян не должен целыми днями шататься по горам, Сезар. Слишком опасно из-за зверюги, да и фрицы повсюду. Уже ест как взрослый. Пару рожков и все. Зимой отправится в горы к родичам. Таков зов природы. Но заблудшему козленку лучше вернуться в стадо. Какое стадо? В школу. Никто не знает, где он бродит. Может быть, вы в курсе? Давай. Прошу, держите его подальше от Гран-де-Филе. Давай! Давай за мной! Вот так! Молодец! Какой ты красавец! Ошибочка. Красавица. Назову тебя Красавица Бель. Сюда можно ходить только мне. Это мой тайник. Проходи. Тут мой домик. Ну, а теперь получается наш. Постой, кое-что покажу. Это мой секретный лаз. Не бойся. Он выходит прямо наружу. Увидишь, захочешь спрятаться, приходи сюда, поняла? И никто не догадается. Давай. Давай. Так боишься? Мокрая курица. Давай за мной.
Что ты тут опять затеяла? Чего молчишь-то? Еще и стоишь, как истукан. Постой! Я все объясню. С дороги. Что ты хотел объяснить, а? Ничего, говорю же. Что ты скрываешь? Ты и правда странный. Ну, идем. Чего застрял? Будешь по утрам ходить со мной в овчарню. Я найду тебе работу. Идем. Если это увидит дедушка Сезар, он вас обоих уроет. Не волнуйся, мальчик. Давай. Ну давай, попробуй. Отпусти меня. Я тебе покажу, щенок. Пристрели ее! Убери быстро свою собаку, или я пристрелю ее! Убери, сказал! Черт, ушла! Ты как? Ружье сломано. Мой солдат покалечен. Как будете выходить из положения? Это же не моя зверюга. Я предупреждал, зверь опасен. Ну, а ты? Что ты там делал? Зверюга могла тебя сожрать. Отвечай, лейтенант Себастьян. Рыбу ловил. Рыбу ловил? Без удочки? А мне удочка не нужна. В вашей коммуне дети не ходят в школу? Ходят. Но он же... Это Франция. Страна свободы. И оболтусов. Мы за 2 месяца выиграли войну с вами. Зато прошлую проиграли. Сезар! Слушайте, лейтенант, организуем облаву. Поймаем того зверя. Ваши облавы не цепь, а сито. Есть другой способ?
Мне нужны люди. Не меньше 50. 50 человек? Завтра в 8 утра. И без опозданий. Где вы завтра устроите облаву? Ты знаешь эту зверюгу. Почему она напала? А мне почем знать? Слушай, Себастьян, я много видел таких псов и знал тех, кто пытался их спасти. У них ничего не вышло. Зверюгу не спасти. Я знаю. В общем, облаву устроим на склоне Глантьер, где тебе запрещено ходить. Будь в долине Мейже, там безопасно. Облава — это страшно. Я буду в Мейже, обещаю. Ладно, никого не отстреливаем. Даже если вспугнем кабана. Мы вышли на зверюгу и только. Вам ясно? Да, да. Так, все идем цепью. И сильно шумим. У кого соборожки, трубите. В общем, побольше шума. Так куда сдвигаемся? Ну, в Глантьер. В Глантьер ее не будет. А вот Мейже надо прочесать. О! Они сюда не доберутся. Мне Сезар об этом сказал. Не дури, Бэль. Пойдем со мной. Посмотрим, есть ли в речке форель. Видел?
Вон она, вон она! Вижу! Стреляйте! Вон она! Попал! Сегодня не найдем. Столько крови, скоро сдохнет. Ладно, по домам. Фрицам позвоню завтра. Что случилось? Себастьян вернулся домой посреди ночи. А, он дома? Ты можешь объяснить? Ты только представь эту псину. Главное в том, что они как-то подружились с мальчишкой. Но дело прошлое. Пришлось его запереть. Кого? Ну, мальчишку. Зверюк тебе пиф-паф. Не стыдно тебе? Да чего допился? Не знаешь, что говоришь. А мальчик, это ты называешь воспитанием? Я тебя никогда не прощу. Где ты был? Себастьян. Thank you.
Я принес тебе лекарство. Должно помочь. Вот увидишь. Сезар говорит, что полынная водка помогает от всего. Он ею ранки овцам промывает. Нет, Белль, не надо. Да, знаю, красавица, немного щиплет. У тебя жар. Здравствуйте, доктор. Как вы? Здравствуй, Анна. Доброе утро. Гийом! Я к тебе. Скажи, если у больного сильный жар, как его надо лечить? Во-первых, кончить школу, а затем долго учиться на врача. Серьезно, мне надо знать. Иногда, Себастьян, температура хороший знак. Это значит, что организм борется. Ну а если это не хороший жар? Возможно, это инфекция, если рана нагноилась. А тогда что нужно делать? Например, если это инфекция. Ну, если инфекция, тогда нужны уколы и... А почему ты об этом спрашиваешь? Да просто так, чтобы знать. А потом? Потом очистить рану, если она глубокая, наложить швы. Сезар вот лечит овец полынной водкой. У Сезара она на все случаи жизни. Себастьян, может быть, я не умею стричь овец, но гнойную рану врачи лечат только одним – уколами. А не то? Будут осложнения. А затем смерть. Тогда мне нужен укол. Кто заболел, Себастьян? Не могу тебе сказать, иначе ты ее убьешь. Какие глупости. Никого я не убью. Если люди болеют, их лечат, а не убивают. Она не люди. Это Белль. Тот зверь, которого они убили? Это же дикое животное. Оно опасно. Звери непредсказуемые, особенно раненые. Не подходи к ней, Себастьян. Но она мой друг. Надо сказать Сезару, что она еще жива. Где она? Если скажешь про нее, тогда я всем расскажу, что ты водишь беженцев в горы. Вылечишь ее, а? Не бойся, это доктор Гийом. Давай, Бэй, не бойся. Давай, ложись. Вот так. Бэй, прошу тебя. Только она не дается в руки, потому что люди делали ей много плохого. Непростой пациент. Сними повязку. Мне необходимо взглянуть на рану. Ведь она не умрет. Ну, на вид рана не страшная. Важные органы не задеты. Но это, как ты говоришь, инфекция меня все же беспокоит. Он вылечит тебя. Не переживай. Она ни за что не даст сделать себе укол. А я и не стану. Но я же не умею. Что ж, придется.
Держи. А куда колоть? Найди место чуть повыше раны. Там мышца. Нащупал? Втыкать надо очень быстро, разом. И не тянуть. Садитесь, подвезу. Нет, спасибо. Холодно же. Не привыкать. Знаю, вы все тут ужасно выносливые. Садитесь. А если не сяду? Командование СС дало мне здесь полную власть на уничтожение сети переправы беженцев. Вы знаете, что такое полная власть? Извините, я не мог отпустить вас брести по холоду, да еще в такой снегопад. А рядом со мной отличное место, в тепле, да. Всегда молчите? Только с немцами. Что, думаешь, я тебя не видела? Мы не закончили. Подай, пожалуйста, шарик с лентой. О, спасибо. А мама? Мне интересно, как она узнает про подарок? О, вот. Спроси у Сезара. Он тебе объяснит. Объяснит что? Ничего. Ты хотел что-то спросить? Нет. Ну ладно. Анжелина, а моя мама, как она узнает, что я хочу часы, и чтоб с компасом внутри? Часы – это не главное в жизни. Главное, что она думает про тебя. Где бы ни была. Ah!
Наверное, ужасно. Почти дошли. Давай. Сказали, за переправу 300? Нет, это ошибка. Ведь они вам нужнее. Спасибо. Большое спасибо. Главное добраться до Швейцарии. Когда выходим? Зависит от патруля. Что это? Не выходите, я сам. Не бойся, милая. Я с тобой. Гийом, ты ранен? Да не страшно. Бель прогнала волков. Это они убивали овец. Ты назвал ее Бель? Это лучше, чем зверюга. Thank you.
Селестина, найдите мне шину. С одной повязкой я ходить не смогу. Ты не сможешь ходить даже с шиной. Сейчас найду, доктор. Ладно, прости. Теперь довольна? Простите. Да нет, я это... Это я собаки. Уже с собаками разговариваешь. Это не поможет. Но выхода нет. Конечно, есть. Я их проведу. Я ведь тоже знаю дорогу. Это исключено. Я отлично справлюсь, ты же знаешь. Если с тобой что-то случится, я себе не прощу. Ты ничего не понимаешь. Это слишком опасно. Просто ты мне не доверяешь. Это не так. Вот как? Ты это знаешь. Но не говоришь, откуда информация о патрулях. Что ты делаешь? Я запрещаю. Ты это мне? Ты запрещаешь? Анжелина, прекрати это. Моя жизнь. Значит, мне и решать. Анжелина! Не бойтесь! Все в порядке. Меня зовут Анжелина. Я принесла вам еды. Здравствуйте. Где наш проводник? Я ваш проводник. Выйдем на рассвете. Гийом сказал, что завтра патруль не выйдет. Себастьян. Откуда ты взялся? Я хочу пойти с тобой. Ты маленький. Здесь опасно. Знаю, вечно я маленький. А правда в том, что ты мне совсем не доверяешь. Ладно. День проведешь здесь. Вечером отпразднуй Рождество с Сезаром. Главное, не отходи далеко от пещеры. Я понял. Смотри. Вот это да. Красивое. Je connais les brumes claires, la neige blanche et les matins d'hiver. Je voudrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. Анжелина знает горы как свои пять пальцев. Уже скоро, через два дня, ты окажешься на той стороне, а дальше Америка. Там не Америка, Себастьян, там Швейцария. Да брось, там за горами находится Америка. Мне Сезар сказал. Ты ошибаешься, Америка далеко-далеко за морем. Я серьезно. И туда надо плыть на корабле очень долго. Revient de son voyage tout près
vois-tu, je lui raconterai combien pour toi je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, l'oiseau jaloux, je l'ai deviné. S'il revient de son voyage, je lui dirai que tu l'attendais. Что угодно мне говорите, а вино француза делать умеет. Лейтенант. Что такое? Если надо везти евреев через горы, когда бы вы пошли? Я бы отправился сегодня, в Рождество. Кстати, он прав. К тому же ночь ясная, значит, день будет хороший. Не так уж и глупо. Хорошо. Надо спешить. Идем. Хорошо. Докладывайте каждый час по рации. Удачи вам. Ясно. Есть. Сезар, что случилось? С Рождеством.
А где же мама? Твоя мама была красавицей. Я нашел ее одну на снегу, далеко в горах. У нее начались роды. И я отнес ее в пастушью хижину. Пообещал ей позаботиться о тебе. И закрыл ей глаза. Вот. Похоронил возле хижины. Ей-богу, больше ничего не знаю. Когда я взял тебя на руки, то сразу же полюбил. Как собственного сына. Ты говорила, она про меня думает. Сейчас она на небесах. Но ее любовь всегда. Она всегда с тобой. Ну и я тут рядышком. Давай, милая. Скорей. Анжелина? Постойте! Вперед, быстрее! Быстрее! Вернитесь! Скорее! Постойте! Скорее! Анжелина! Анжелина! Он нагоняет! Надо идти быстрее! Постойте! Все живы? Сезар! Не двигайтесь. Вам надо беречь силы. Не ходите. Не ходите в Гранд-Филе. Там ждет засада. Спешил, чтобы предупредить вас. Так это вы? Вы помогали нам? Почему не сказали мне? Нам нельзя здесь оставаться. За Гранд-Дефиле следят. После лавины через закат не пройти.
Остается ледник. Там одни провалы, припорошенные снегом. Бэль поможет найти путь. Спасите их. Вот они, Эрих. Прямо на дороге. Да. Скорей. Прием, прием. Как слышите? Слышите меня? Прием, прием. Группа беженцев направляется к леднику Бау. Да, да. Группа беженцев. Как понял? Группа беженцев, как понял? Внимание! Там! Следы на леднике. Они идут с отрывом в 4 часа. Поймаем их всех, как крыс. За мной! Вещи скорее. Выходим немедленно. Не видно низги, но надо продолжать путь. А без тебя мне не справиться. Знаю, ты этого не любишь. Но потерпи. Отступай, Бэль! Ты мне нужна! Не сдавайся! Не бойся!
продолжаем путь. Вперед! Так представлял Америку. Это не Америка, а Швейцария. Значит, теперь ты знаешь. Спасибо. Спасибо. Мы победили. Где Гийом? Я вместо него. Так вы прошли ледник Бау? Одна, метель? Бэйль нам помогла. Бэйль, ты самая храбрая и самая красивая собака в мире. Да и ты тоже очень храбрый. Я не вернусь с тобой, Себастьян. Хочу добраться до Англии, в Лондон. Хочу помочь выиграть эту войну. И сделать что-то настоящее. Я скоро вернусь, обещаю. Когда кончится война. Справишься? А это передай Гийому, ладно? Знаешь, как вернуться к Гран-де-Филе? Там дальше легко. Ну что, идем, Бэйль. Пора домой. И что, малыш пойдет один? Он же не один. Режиссер фильма Николя Ванье. В ролях Себастьян, Феликс Босюэ,
Сезар, Чики Карио, Анжелина, Марго Шателье, доктор Гийом, Дмитрий Сторож, мэр, Юрбен Консилье, лейтенант Петер, Андреас Пичман, Андре Мехди Эль Глауи. Si belle que j'en rêvais, tu le sais, mon ami, je t'aimais. Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу кинокомпании «Пионер» в 2018 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбальченко. Роли дублировали Андрей Янайт, Владимир Рыбальченко, Таисия Тришина, Глеб Гаврилов, Александр Лучинин, Авдотья Шимшина, Ольга Кузнецова, Илья Слоневский, Антон Морозов, Иван Породнов, Андрей Градов. Un jour tu passeras près de moi, ma belle, tu viendras. Nous ferons alors si tu le veux, ce jour-là, le beau voyage à deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux. Nous serons deux.